сказать, мы выбрали Башкана. Мы должны до последнего часа, до последней минуты бороться, чтобы они не опровергли. Он должен доработать до последнего дня, до последнего часа на своем рабочем месте. И спасибо за внимание. Вы думаете, те, которые сейчас там находятся в том митинге, они все поддерживают их эти лозунги, которые звучат с микрофона? Боже упаси! Попробуйте сделать референдум, и вы увидите, что абсолютно большинство этих людей, кроме 2-3 человек, они проголосуют именно за проведение референдума, именно за таможенный союз. Поэтому то, что их туда притащили, как и в Кишинев, помните 3 числа, как скотов навалили в автобусы и повезли в Кишинев. Повезли для того, чтобы показать, что у нас есть... Аж 200, аж 300 или 400 человек, которые поддерживают объединение с Румынией. И это сделали, мы знаем их лицо. Мы знаем, что они продали нас всех, продали с потрохами. И я вас сегодня призываю, ни в коем случае не надо вмешиваться туда, и ни в коем случае не надо начинать какие-то потасовки. Потому что, конечно, в счете выиграет от этого не Гагаузы, а Кишинев. Цель кишиневских руководителей сегодня именно стравить гагаузов, чтобы у них началась драка, и чтобы они ввели сюда войска, уничтожили автономию. Этой цели они не добьются. Должны помнить, что не сколько... Мы можем ругаться, как в семьях иногда. Ругаемся вплоть до того некоторых, но ни в коем случае не надо руки поднимать. Иначе вопрос станет, перейдет в иное русло. Мы помним все, когда 92-й год, до 92-го года Приднестровье и Молдова худо-бедно, но общались, каким-то образом вели переговоры. Как только первый выстрел зазвучал, ханак, 1500 человек убитых. Нам не нужно это. Мы не должны работать на Кишинев и выполнять их провокацию, натравливать людей. Люди, которые сейчас там, они просто обезумевшие. Или они вынуждены подчиняться, они работают. Им пригрозили, что уволят с работы. Поэтому их надо пожалеть. Я уверен, к вам подойдут после этого. Их сторонники скажут, прости меня, пожалуйста, и прости меня, Господи. Я вынужден был, у меня другой работы нет. Поэтому мы их тоже прощаем. Мы их прощаем и требуем, и уверены, что этот референдум все равно состоится. Если вы демократы, кстати, они там демократы, а теми демократической партии проводят этот референдум. Представьте себе, сколько лжи в этой слове демократия, которое они исказили. Сколько можно лгать? Слово демократия предполагает в том числе и референдум. Где ваша демократия? Где ваша демократия? Поэтому лжецы, я не говорю о всех, я говорю о 3-4 людей, которые взяли деньги, которые продались и которые продадутся завтра другой партии. Они вчера были коммунистами, сегодня демократами, завтра будут фашистами. Мы знаем, что есть категория таких людей, но нас большинство, и мы должны сплотиться. Поэтому еря предателям! Еря! 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 Просьба желающих подойти сюда.